Даже отдыхающие отмечают, торговых павильонов очень много, а вот мест для отдыха маловато. На самом деле здесь очень много павильонов повторяется, одно и то же, мы приезжаем сюда часто, и хотелось бы, чтобы как-то была пересмотрена инфраструктурная система и... как-то более современный вид это все получило. Демонтаж в Адлерском курортном городке начался в январе. В 90-е ларьки были установлены на муниципальной земле без разрешительных документов. Теперь по решению суда все павильоны, признанные незаконными, сносят, а на их месте появятся цветочные клумбы и прогулочные зоны. В этом году это уже третий участок, на котором мы освобождаем незаконные объекты. Значит, по предварительным моим данным, это, наверное, 1/10 от планируемого. В этом году администрация города получила возможность привлекать к сносу сторонние организации, если владелец отказывается демонтировать все сам. Чтобы не затягивать процесс, работы выполнит подрядчик. Возместить эти расходы хозяин самостроя будет обязан по суду.